Вода обыкновенная. Вот вода обыкновенная, а это масло. Вот воду берем, берем масло трансформаторное подсолнечное. Наливаем его. Оно, естественно, не смешивается, да? Вот. Взяли. Вот видите, оно всплыло, да? Хорошее масло. Не всплыло. Теперь что делаем? Засовываем сюда в ультразвуковой диспергатор. Я не знаю, сколько непрочный. В него надо еще загуститель добавить, типа крахмала, что-то такое. Такая хуйня будет.